маленькое видео о нашем подопечном глазастике. Ну, пока назвал его так. Живет у нас вот в такой переноске. Там ему будет спокойнее и безопаснее. Вот. Выглядит он у нас сейчас вот так. Самочувствие хорошее, мурлычет. Любит сидеть на руках, совершенно ручной, абсолютно. Аппетит отличный. Кормим мы его сейчас молоком. Но даем вот уже и корм для котят, пробуем. Ну, вроде что-то потихонечку кушает. Глазки у него выглядят, да, как я сказал, вот так. Врач сказал, что сейчас пока оперировать нельзя, потому что он очень маленький и может просто не перенести операцию. Поэтому сейчас назначил лечение примерно 2-3 недели. И потом уже дальше по состоянию будет ясно, что делать дальше, как оперировать и так далее. Значит, лечим мы его сейчас вот этим. Глазные капли, гель для глаз и вот такой антибиотик даем. Котик абсолютно ручной. Так что, когда подрастет, будет прекрасный домашний кот.